Майки, приветик! Я помню, ты сказала не придавать этому значения. Но мы не услышали. Ух ты, что мы празднуем? Греби отсюда, Икея. У меня главная роль в весеннем мюзикле. Я отправлю смс-ку Данку. Ты пишешь моему парню? 7-8 раз в день, максимум. Извращение. Это странно. Я хочу сказать, как здорово, что ты бросаешь вызов страхам. Где-то в глубине души ты знаешь, что, выйдя на сцену, ты попросту дрейфишь. Наконец, твоя мечта осуществилась. А ты уверена, что справишься? И вчера этот голос взял и проник в твою голову. Нет, всегда был некий голос, но вот только этот... Громче внушает, что твои страхи не на пустом месте. Почему это происходит сейчас? Просто сейчас ты вышла из тени, и чем дальше ты из нее выходишь, тем громче этот голос. Я Томми. Я играю Конрада. Моя физиономия тебе еще надоест. Скорее тебе моя надоест. Это невозможно. Кто он такой? Мой партнер. Ты теперь вроде как мисс Популярность. Я всю жизнь ждал, чтобы приблизиться к тебе. Пусть Данкелман потерпит, а ты давай думай о шоу. Нужны 27 билетов на премьеру. А нет, 28. Доктор Сигер. Вы что, пригласили моего педиатра? Он, наверное, видел меня в ТикТоке. Ты есть в ТикТоке? Ты не подписана на меня? Нет хуже оскорбления, чем то, что ты придумываешь себе сама. Я не могу без нее. Сюрприз! Может быть! Пап, кто эта особа? Сестра Стига! Его сестра? О, нет. Неужели нам мало шведов?